Приветствую. Проваливай. Продолжим прохождение. Держи, это все кости. Отличная работа. Надеюсь, мы подпортили Торусу. Хорошо, мне пора. Ну. Неозвученный снова диалог, пророческий. Причем сказал-то он в шутку насчет короля. Пока не забыл, схожу-ка за сундуком. Вульвы. Соберу еще трав и продолжу у нее. Так, решил еще заодно сдать этому вору ассасинов. Сейчас в Фаринге стоят пятеро купцов-ассасинов. Мы терпеть не... Подходящий ключ. Сундук Ролана. Ролан — это маг воды, что дал нам ключ, первую часть ключа. Из трех вторую мы забрали уже у другого мага воды в Фаринге. Бежал снова, вот, сундук Ульвы. Here you go. All your wealth back. Bless you, kind warrior. Here is that magical... Хорошо, я пошел. Научи меня. К слову, один из немногих персонажей, который умеет... может обучить нас восстановлению маны. А, благородный воин. Не могу сейчас с тобой... Ладно. Уже нового мужа ищет с деньгами на руках. Ох. Сейчас потрачу все очки на древние знания. Нужно наконец уже... Я ждал тебя! Ни слова! Прими этот ключ и немедленно уходи, ибо лишь у одного есть... Спасибо. Не благодари, ибо будущее может обратить хорошие дела нынешнего дня, и ты навеки станешь обязан врагу и сжат в его твердой руке. Понимаю, до свидания. Снова пророческие слова. Вот эти вот маги воды нам твердят.
Сейчас, конечно, это сложно все понять, но... Если забежать вперед и вспомнить, что будет с героем в Аркании, сжат в твердой руке врага. Научи. Я могу сказать тебе об этом раньше. К слову, вот Тавин тоже может обучить. Восстановление маны и даже магом воды сделать. Ага. И правильно использовать легкую броню. Некоторые вещи никогда не изменятся. Хуже уже не будет. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Я даже не хочу. Научи. Продолжай. Так, у меня как раз кожаное одеяние. Надо выучить этот навык. Научи. Как правильно использовать легкую броню? Хорошо. Некоторые вещи никогда не изменятся. Ну вот, удвоились защитные характеристики. Научи. Посох пока подождет. Мне и без этого проблем не хватает, говоришь. Это серьезная проблема. Будь осторожней с тем. Продолжай в то. Я могу сказать тебе об этом раньше. Только этого нам еще не доставало. Ну вот, теперь еще мощнее заклинания стали. Мы тут присматриваем. И наконец-то нам не нужно иметь дел с этим мерзким Эрролом. Тут что-то об алхимии. В Нордмаре жили варвары. Рабар был одним из них. Он скитался по стране вечных льдов без огня и без оружия, а зверь шел за ним. Прямая сабля. Очередной предмет. О, Инас! Это же... О, Инас! Не изменился. Я странствую. Ну, рад видеть тебя. Нет, не совсем. А что с ним случилось? Почему ты так думаешь? Я пришел из Сильдена. А-а-а. Да, и Как? Раз ты напал на Торуса. Раз я напал на Торуса? Мне пришлось. Зачем? Пока ты играл в свои прятки с Ксардосом, а Торус замыслил Миртану захватить. Ты уверен? Конечно, уверен. Ты доверяешь? Ха-ха. Не хо... Каким образом? Пойди поищи одного мага воды. Почему? Он обычно помогает мне с информацией. Торус искал драконовые кости. Где мне его найти? В пещере, где была Окара. Приветствую, Горн. У меня с собой зелье, которое можно выпить и превратиться в демона. Безумие какое-то. Но сколько оно стоит?
Назови цену. Маг, который его сварил, отдаст его тому, кто больше заплатит. И с кем я соревну? С Торусом. Я заплачу вдвое больше него. Хорошо. Так зачем ты сюда пожаловал? Я работал с Гариком. Кстати, от него для тебя послание. А, Раик. Ленивый, но преданный солдат. Все хорошо. Мы собрали столько артефактов, сколько смогли. Также разобрались с крысой по имени Лазарус. Лазарус? Время труд... Очень неплохо. Даже труп. Значит... Даже труп мучается. Эй, ты! Ты чего тут шастаешь? Все упирается опять в эти драконовые кости. Так, большие сундуки пока что не трогаю. Займусь ими позже. Как я уже рассказывал, по-моему, в первой серии, в самой или во второй. Не помню. Я знаю. Будет еще хуже. Один сундук или... был перемещенный. В общем, его еще предстоит найти. Хуже уже не будет. Ему это лучше знать. Конечно, почему нет? И снова только что была ошибка с диалогом. Произнес слово Гарик. Это вот у которого можно пройти обучение, которое нас из рабства выкупает. На деле же было написано Райк, потому что если бы в этот раз к нему просто... обращались. Лучше бы ты не встревал, я может. Но не важно. Ну вот, это уже серьезно. С двух кастов. Погибает уже Глорх. Все те же глорхи сражаются с падальщиками, как и в оригинальной третьей части. А вот вся та же стая волков.
те же тролли. В принципе, здесь ничего практически не изменилось. Единственное, все повстанческие лагеря больше, разумеется, не существуют. Тамакара, Реддок, Немора. Мерзких мракорисов больше нету. Наконец-то дошел и снова видим этого незнакомца. Ищи не послания, но возможности избежать злого выбора. Я говорю не о настоящем, а о будущем. И пропал. Так, камень телепортации все здесь же. Мастер Краш Фаррака, Мастер Краша Гаша. Нет никаких дел нам до них.
А вот и Кан лично заявился с телохранителями. Уничтожить мага воды. Я совсем не так уж плох. Спасибо, что решил спасти меня. Это был мой долг. Ответь мне, маг. Торус искал кости дракона. Мне нужно знать, зачем. Он их не искал. Откуда ты знаешь? Драконовые кости бесполезны, сынок. Когда дракон гибнет, магия умирает. Значит, Торус искал что-то еще. Почему Кан бил тебя? Пытался убедить меня присоединиться к Торусу. Зачем ты ему? Кан редко разменивается на объяснения. Ну, я рад, что добрался сюда вовремя. Ты и должен был. Я ждал тебя. Как, не понимаю? И ты многое встретишь по пути, сынок. Лучше не углубляйся в то, чего не понимай. Думай лишь о выборе, когда должен совершить. Прийти сюда тебе было предначертано судьбой. Ступай же, тебе многое нужно. Научи меня. Продолжай в то. Хорошо. Даруем. И вот только у Бальтуса можно. По крайней мере, нам пока что это... Ух ты, у Кана меч правосудия. Бальтус первый маг, который нам встретился. Рабар укрылся в пещере, но зверь выследил его. И Рабар почувствовал его. Он нашел в пещере меч и убил зверя одним ударом. А первый маг, у которого можно выучить вот лучшее заклинание от Даноса. Тут что-то об алхимии. Тут что-то об алхимии. А вот и редкий металл. Третий и последний. Я это уже знаю. Ничего нового. Этот меч принадлежал Инносу. И Иннос сказал Рабару: спустись с гор и уничтожь моих врагов. И Рабар начал войну против орков, и весь гнев Инноса был с ним. Рабар побеждал. Когда все враги были мертвы, Иннос сказал ему: именно здесь ты должен основать свое королевство. И Рабар поступил так, как было велено. Маг воды сюда притащил таблички из пустыни, судя по всему. Не совсем, правда, понятно, как вообще, откуда эти маги воды взялись, новые. Их тут много. Thank you.
Тут что-то об алхимии. Амулет мага сгодится. Я это уже знаю. В следующей серии доложим в горном успехе. Оставайтесь с нами.